традицию, чтобы высказать камеру. Здравствуйте. Ты вырос в Чижовке, в довольно суровом районе столицы. Поэтому как-то даже и... Ну, блин. Когда ты постарел с момента нашей прошлой встречи. Конечно, очень обидно. Как прошел день рождения? Как-то такая недосказанность, конечно, чуть осталась. Но все-таки кто вот, Пуёль или Давид Луи? Сергей. В парикмахерскую вообще ходишь? Очень так. Как ты в первый раз тебе пришла капитанская повязка? Можешь помнить, рассказать? Нет, да. Как на сектор попал? В 9 классе. Постригся полностью на лысо.